Развитие эстрадного искусства республики сегодня обсудили на круглом столе в Госсобрании Илтумен. Участники круглого стола отметили, что значение эстрадного искусства в современном обществе возрастает. Основная заслуга этого – театр эстрады. Достижения и мастерство артистов, новаторские проекты известны далеко за пределами республики, но существует ряд проблем. По материально-технической базе у театра нет своего здания, и по воспитанию зрителя необходимо взрастить образованное поколение в области музыкального искусства. Также участники круглого стола отметили необходимость постоянного повышения профессионального мастерства исполнителей. Эти вопросы далее будут рекомендованы для решения правительству республики. Эстрадный жанр очень популярный у нас в республике. Вообще республика, она, наверное, единственный субъект на Дальнем Востоке, который производит массово свой аудиовизуальный контент, в том числе эстрадного искусства. Это отличает именно нашу национальную республику от других субъектов. И в этом отношении наше министерство проводится работа в нескольких направлениях. Одно из них – это, конечно, поддержка вот нашего государственного учреждения театра эстрады.